Спонсор выпуска — интернет-магазин 4Ants. Все для муравьев. 4Ants – это доступные акриловые муравьиные фермы собственного производства. Это качество и гарантия по доступным ценам. Мы совершенствуем наши продукты. Присоединяйтесь к нам, к нашим группам ВКонтакте, чтобы быть всегда в курсе наших новостей и акций. Вас все еще пугает? Нет, не эта голова. Все слабонервные давно бежали с этого канала. Так что же пугает новичка в мурашесодержании? Вы удивитесь, но огромный процент потенциальных мирмекиперов отпугивает сладкое. Сироп, будь он неладен. До сих пор не утихают споры в группах соцсетей о пропорциях. Что лучше? 1:1? Или 2:1? А может, 1:2? Или 2:3? А может, все-таки 1:1? Сегодня я разрублю этот Гордеев узел. Но все-таки давайте коснемся вопроса о сиропе как таковом. И зачем он вообще нужен муравьям? Среди самых популярных у мурашелюбителей видов муравьев сироп не нужен разве что мессорам. И потому, если вы хотите завести не мессор, а, например, лазиусов, мирмику, формику, сервиформику, компонотусов или даже тетриков, от сиропа вам никуда не деться. Подчеркиваю, никуда. Ведь это не просто полезный напиток для муравья. Это основной продукт углеводной пищи. Если не давать муравьям сиропа, они вскоре чахнут и погибают. Сироп не блажь. Сироп — это все для муравья. Конечно, в природе сиропа в чистом виде не найти. И муравьи вынуждены разводить тлю и червецов. Некоторые воруют сахар, но в формикариях им этим делом заниматься нет возможности. Вот тут-то вы должны взять на себя функцию муравьиной дойной коровы. А значит, вам все-таки придется научиться делать сироп. А есть ли возможность сироп этот пресловутый чем-то заменить? Без сиропа. Есть! И причем альтернатива очень даже проверенная. Мои сиропоядные муравьи сидят на этой альтернативе уже полгода как. И я не такой уж супер-пупер-профи. Не я это придумал. Так что же это за чудесная альтернатива? Обыкновенная глюкоза. Глюкоза для инъекций. Увольте меня сегодня от приведения аргументирующих химических формул и подобной фигни. Глюкоза способна поддерживать жизнь в человеке долгое время, так что не впадайте в религиозный экстаз и не называйте меня возомнившимся богом. Не объявляйте глюкозу злом. Ни ту и ни эту. Хотите, просто поверьте мне, моему скромному опыту. Хотите, разводите сахар в своих сектантских пропорциях и дальше. А с глюкозой все очень просто. Первое. Купил. Второе. Заправил в шприц. Третье. Накапал муравьям. И четвертое. Положил в холодильник до востребования. Но все же советую давать муравьям не одну только глюкозу круглый год. Медовый сироп будет лучшим разнообразием в осенне-зимний период. А летом много различных сочных фруктов и ягод. Но это тема для отдельного рассказа. Вот и все.
Кому видео показалось полезным, ставьте лайк. Кому не просто показалось, делайте репост. Кому до сих пор что-то еще кажется, пусть обратится к психиатру. Это их профиль. Вы послушайте. Да? Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголик — это наш профиль.